Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 30 лет, рост 177 сантиметров, вес 70,6 килограмма. He 30 years old, he stands 177 centimeters tall, he's weighing at 70.6 kilos. Профессиональный рекорд 5 боев, 5 побед. His professional record 5 bouts, 5 victories. Representing Afghanistan, Ahmed Fali Khatak. Его соперник в красном углу. Бойцу 26 лет, рост 175 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 8 боев, 7 побед и только одно поражение. Из России встречайте Денис Конаков! And your referee in charge, Herb Dean. Third round, round one. Ну что ж, первый раунд. Перчатки с красным скотчем — Денис Конаков. Перчатки с синим скотчем — Ахмед Вали Хатак. Денис Конаков пока не входит в десятку лучших в лиге ACB, но я думаю, что все еще впереди у Дениса. Особенно если он одержит победу в этом поединке против небитого бойца. Пока ждут оба ошибки соперника. Вот пошел, обозначил атаку Ахмед Вали Хатак и попытка прохода в ноги. И успевает еще так воткнуть колено в клинче в стойке афганец. Но ждет афганец Конакова. Не дождался, пошел вперед сам. Среди оппозиции Дениса Конакова уже были небитые бойцы. Вот, например, Файзалит Абатов, которого остановил в первом раунде Конаков, на момент боя имел послужной список 2-0. Здесь подхватил Конаков ногу. И в закрытом гарде находится Денис. Вяжет афганец Дениса Конакова, не дает тому работать. Плотно пока вяжет и контрит боковыми ударами афганский боец. Ну и плюс застегнул гард на пояснице у Конакова. Вроде бы сверху Денис, но вот пока не может извлечь дивиденды из этой позиции. Не дает ему особо работать афганский спортсмен Ахмед Вали Хатак.
Ну вот, кстати, Ахмед Вали Хатак на турнире Fight Night прошел двух таких неплохих джорнименов, Юрия Рябова и Ивана Казаченко. В общем, у него уровень оппозиции тоже неплохой. Одиночные удары проходят у Дениса Конакова. Вот да, нужно здесь упереться. Попытаться разорвать этот захват. В открытом гарде Конаков. Заканчивается первый раунд. Поднимает Херб Дин бойцов в стойку. У Конакова из 7 побед, кстати говоря, 5 побед нокаутом, либо техническим нокаутом. Одна победа по очкам и одна победа дисквалификацией. Окончен первый. Второй раунд, раунд 2. Второй раунд начинается с хорошего размена в стойке. Попадает справа Денис Конаков. Вот он стал во втором раунде побыстрее в стойке действовать. По сравнению с первым раундом поточнее, я бы даже сказал. Денис Конаков против Ахмеда Вали Хатака. Денис, перчатки с красным скотчем. Россия. Ахмед Вали Хатак, перчатки с синим скотчем. Афганистан. Легкий вес. Хорошо сейчас передней рукой поработал Денис. Так наскочил. И два раза попал. Не сильно, но точно. Перевел в самом начале раунда соперника в партер. Хотя неплохо все получалось у Дениса и в стойке в начале раунда. Неплохо снизу защищается афганец, кстати говоря. Мы видим, как он плотно вяжет Конакова. Нужно Денису освобождать руки. Вот так периодически то вяжет руки, то пытается нагрузить шею. И смотрите, сам контрит Ахмед Вали Хатак. Абсолютно не смущается, не тушуется. По корпусу работает Конаков. Вы слышите угловых Дениса Конакова.
больше рекомендуют они ему нагружать корпус соперника. Он так берет небольшие паузы, Денис, и всаживает одиночные, но достаточно увесистые удары. Перевод в голову, упирается ногами сверху. Конакову нужно пространство для ударов в идеале. Но выпрямить спину пока не получается. Опять вяжет афганец Конакова. И снова по корпусу работает Денис. Ахмед Валих атак тоже контрит боковыми и решил все же Эрбдин, что стоит в стойке продолжить бойцам. А в стойке в начале раунда очень неплохо попадал Денис Конаков. Вот опять справа достал Конаков соперника. Вспомнил про лоу-кики Денис. Будет ли обходить ноги Конаков? И попытается пробить сверху. Вот так. Разрешает Денис Конаков подняться в стойку Ахмеду Валих атаку. Обменялись такими мидл-киками одновременно бойцы. Два колена в стойке в клинче от афганца. Заканчивается второй раунд. Кончен второй раунд. Ждем финальную пятиминутку. Третий раунд. Раунд 3. Ну что ж, третий раунд начинается с двойки в стойке от афганского бойца. Во втором раунде он стойку, в общем, проиграл по большей части. Но смотрите, Денис тут же переводит Ахмеда Валих атака
вниз. И здесь надо работать. Будет ли grounded pound, добивание в партере от Дениса Конакова. Одиночными боковыми ударами работает Денис. Берет небольшие паузы и всаживает тяжелые удары. Смотрите, контрит сейчас. Афганец Ахмед Валих. А так, небитый боец. 5-0 его послужной список. 7 побед, лишь одно поражение. Рекорд Дениса Конакова. Корпус, голова. Но вот нужно еще как-то стараться блокировать эти удары локтями навстречу, которые бьет Ахмед Валих. Атак. Вот здесь промахивается. До этого несколько ударов по корпусу прошли у Конакова. Но вот Ахмед Валих так просто пока пережидает, так скажем. Ну, в идеале нужно, конечно, попытаться подняться. Ну и в итоге Денис Конаков говорит: давай, вставай, так и быть. Хай-кик от Хатака Конаков сблокировал. Хорошее колено в клинче в стойке, отвечает афганец. И после короткого бокового точного опять переводит в партер Денис Конаков своего соперника. Вяжет Дениса Конакова Ахмед Валих атак. Но вот иногда удаются одиночные удары Денису по корпусу. Проходит несколько ударов слева у Дениса Конакова. И не может их пока сблокировать Ахмед Валих атак. Да, нужно постоянно работать Денису Конакову. Если уж ты в партере сверху, так будь добр, работай. И в маунте Денис Конаков распрямил спину, и пошла работа. Начинает разбивать он афганца. Тут практически не защищается. И все. Это досрочная победа Дениса Конакова. Техническим нокаутом остановил Хёрдин поединок. Поздравляем Дениса с этим ярким выигрышем и ждем официального объявления победителя. Бойцы на середину. Время остановки боя 4 минуты 10 секунд третьего раунда. Ladies and gentlemen, we have a time.
For a minute and 10 seconds of round number 3. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал Денис Конаков! Technical knockout! Поздравляем Дениса Конакова с этой победой и уважение Ахмеду Валихатаку. Денис, расскажи нам про свой план на бой. Ты, не знаю, привычная для тебя это была манера или нет, но очень много борьбы в этот раз продемонстрировала. С чем это было связано? С чем связано? Всем спасибо еще раз за поздравления. Очень старался выиграть этот бой, потому что на кону стоит очень много. Естественно, соперник тоже непростой, 5-0 рекорд. Я не хотел тоже отступать никак. Поэтому сборы провел. Первый у себя на Алтае, вторые вот в спортивном клубе «Стрела», город Москва. Благодаря вот интенсивным тренировкам с ребятами, то есть Шараф Далатмурадов, Эдуард Львиное Сердце, Вартанян, Сергей Хандошко, помогали мне очень активно готовиться. Ну, план на бой был постоянно прессинговать. В принципе, это как в моей манере. Выдумывать ничего не стали. Ну, все равно увидел, что слабые стороны, что плохо борется афганец. Поэтому, ну, поставили борьбу, очень много боролся. В основном с тяжами. Ну, очень большое спасибо Тарасу Киашке, Шарафу Далатмурадову за их реальное прям терпение. Потому что сам по себе я базовый рукопашник. Не могу все перестроиться под вольную борьбу, под грэплинг. Ну, я думаю, с каждым боем буду расти. Буду снова и снова радовать вас. Приятно выступить в Таджикистане. Я знаю, что тебя связывают дружеские узы с некоторыми ребятами отсюда. Да, с этими ребятами я познакомился еще, когда первый турнир здесь был. Это на 55-м Душанбе тоже дрались. Я выиграл местного бойца. Ну и ребят, к которым приехали, очень большое спасибо. Постоянно встречают, постоянно ждут в гости. Поэтому очень им благодарен за опять за повторный уже теплый прием. То есть все на высшем уровне. Весогонку дали хорошо, с пониманием отнеслись, все везде. Ну, дай бог здоровья. Спасибо огромное.